Новая площадка для выгула собак появилась в Ленинском районе Ярославля. По многочисленным просьбам жителей Пятерки на территории возле дома 29 на Автозаводской установили ограждение. А на самой площадке появились снаряды для дрессировки животных. На открытие пришло много людей вместе с питомцами. Тут же прошли первые испытания специализированной зоны. Для дрессировки национальных видов, типа общего курса дрессировки, значит, эта площадка вполне подойдет. И я думаю, что жители близлежащих районов с удовольствием будут ее посещать. То есть быстрота, ловкость, скорость реакции, выдержка и так далее. Здесь ничего не мешает отрабатывать упражнения, которые направлены на развитие этих навыков. Новая площадка появилась в рамках реализации губернаторского проекта «Решаем вместе». Деньги на ее строительство были выделены из областного бюджета. Оценить качество проделанных работ на место приехали и представители общественной организации «Народный контроль». Они исследовали площадку на предмет соответствия нормам. 25 метров до жилых домов и 40 от детсадов, школ и парков. Нарушений нет. Эта зона для выгула четвероногих не станет последней в Ярославле. Открытие таких площадок – это прежде всего вопрос культуры, вопрос уважения жителей друг к другу, вопрос безопасности. Зачастую многие владельцы собак не знают, где им дрессировать своих животных, где с ними заниматься, и такие площадки решают эту проблему.